Я не пойду. Олег, не подходи. Олег! Сто один вызывать. Давай быстрее, Паш! Вызывай, смотри, блин! А ну, давай палкой! Пацаны, пойдите, 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 он падает! Еготяный, блядь! Ёбаный в рот, ты что, ёбаный? Палку бери, еготяный! Не пускай его, палку возьми, блядь! Палку, вот мою возьми, палку, блядь! Палку возьми, блядь! Я не полезу туда, блядь! Палку мою возьми, блядь, иди сюда, ты, блядь! Блядь, придурок, сейчас шацай упадет. Всех потопит, ёбаный ты, блядь, дурак, да? Я вызван. Блядь, я... Ну нахуй нам надо. Возьми рукой палку, ты. Давай тоже, давай. Давай, тяни. 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 Тяни его. Да возьми палку. Олег провалился, сука. Олег провалился. Быстрее. Беги туда. Что ты не можешь? Возьми палку. Да не мать, не палку. Убейте его. Наверное, пьяные, блядь. Та які? Сука, блядь. Ну в такой лед, блядь, вообще же, ну, блин, ну вообще ж тонкий, блядь. Блядь, тут вообще, блядь. Кто его знает, выжить. Он трос сейчас, трос. Кто идет такое, блядь? Блядь, Олег провалился. Вот дурачок святой, блядь. За руку завяжи, за руку! Завяжи ему здесь узел! Я подпишу. Завяжи на узел! Да, завяжите! Завяжите ему узел, блядь, я сам заберу. Не буду вязать, подними. Тяни его! Тяни его нахуй! Блять, и вона туда нахуй. И она, блядь, да. Держи его! Его вытягивайте! Его сюда на доску положить, на доску! Сюда давай! Бери лёпку сюда! Бери лёпку, бери! Бери, бери! Ну такого, блядь, ты долбоёб, нахуй! Сейчас не проломают! Блядь, я тот сюда. За доску держись, и ты держись. Ебать, блядь, там что-то глубоко возле берега, блядь. Наверное, да, глубоко. Берег. Олег, не лезь! Блядь, тёлка уже там внизу, блядь. Тёлка внизу. Да это не тёлка. А нет, это не тёлка, она выше, блядь. Чувак идёт. Проснем его. Ну всё, проехал.
це, блядь. Не, так слышишь, он говорит, что Олег видел, как они просто прикалывались. А, и туда сами прыгнули. Понимаешь? О. Тут бы чувак был для утонувания. Тут бы чувак был утонувания. Эта девка, слышишь, тоже, она, наверное, готова, какая-то они тоже вдатая, да? Она готовая тоже. Ну, она тоже. Они вместе побухали, на четвером, наверное. Как у нас в Одессе говорят, боцы. Короче, синька зло. Одно тут можно сказать. Вышли покурить, стояли. Увидел, что один выбежал на лед. Второй его догнал, обнял, ну, прикалывался. И пошли под лед сразу. То есть, конечно, они баловались, да? Ну, походу, да. Ну, он да, сейчас баловал. Дальше балуется. Уже на берегу. Блин, вода смотри, льется. Выливается. А, так то их подруга. Она что, ну, же да, с ними купалась, да? Да. Не, ну что, она спасла. Ну, лед проломала. Короче, синька зло. Ай-яй-яй-яй-яй. Синька зло, да? Сейчас где-то упадет, заснет и кирдык ему будет. 100%. Минусовая погода. Минус 3 сейчас на улице. Ну, девочка нормально. Он летит. Скоро. Игнат провалился, да? Я не в воду влез. Двенадцатое-двенадцатое-шестнадцатого года, Харьковский массив, улица Григоренко. Дурачки, одним словом. А, все, пошли. Они поняли, что идти лучше. Все плавать. Да нормально, ну а что делать? Хоть так хоть приехали. Ну, 25 минут в такой воде находиться. Одень. Они после 5 минут на тождении в воде. Они начали подлёт уходить. А они там, да? А, они уже с Степаном ушли, да? Ну, да.